В Нефтекамске выпало очень много снегу. Началась зима. Наверное, месячная норма снега выпала. На этих местах стояли машины. Утром уехали на работу. Вот немножко чистое место. Чистый асфальт. Трактор с утра прошел, почистил дорожку. Вот такие кучи снега. Выйдя утром из подъезда, я обнаружил. Так утром выходит на коньках сразу. Классно, да? Да. Так утром выходит на коньках сразу. Классно, да? Да.